За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено не менее 3 покушений. Доклад был опубликован The Times of Great Britain. Согласно отчету, для убийства украинского лидера были отправлены 2 разные группы. Это наемники прокремлевской группы Вагнера и чеченского спецназа. По данным издания, каждый раз покушение предотвращалось благодаря ФСБ России, которые выступили против войны с Украиной. Источник, близкий к группировке, заявил, что спецслужбы Зеленского плюют на них. Также отмечалось, что предотвращено покушение чеченскими наемниками убитых 26 февраля на окраине Киева.